Смотрите, какая красивая картинка в таблице. Максим Ковтун первый, Константин Меньшов второй, а Ян Петкеев четвертый. Только Риппан вклинился. На льду Тацуки Матида, который в случае своего выхода в финал Гран-при окажется там де-факто позже, чем Максим Ковтун. А Макс уже может бронировать билеты в Барселону. Смотрите, 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 что творится. Ковтун еще Матида сейчас может пройти. Вот он упал с четверного, исполнил тройной. Не заладилось с акселем. Тройной флип одинарный тулуп на минус. Песня же.
Вот это да. Вот это да, вот это неожиданно. Ну, понятно, что оценка за компоненты тут будет высокой, но не настолько.